В картинной галерее Черкеска открылась фотовыставка «Многоликий Эльбрус. 25 портретов исполина». Автор работ – известный фотограф из Карачаева-Черкесии Арсен Алабердов. О выставке расскажет Дарья Тендит. Седой величавый двухвершинный Эльбрус на протяжении многих лет манит своей красотой. Знакомясь с ним издалека, видя весь размах и масштаб, он надолго останется в памяти. На протяжении 10 лет собиралась коллекция снимков, и каждый из них особенный для Арсена Алабердова. Это многолетний такой проект, который постепенно я ждал, пока соберется, чтобы я был как раз удовлетворен материалом, чтобы не просто 25 работ, на которых просто Эльбрус. А именно это были интересные, разнообразные работы, чтобы они, каждая из них была еще и самобытна. То есть я старался сделать так, чтобы они не были похожи друг на друга. Министр культуры Зураб Агирбов поблагодарил автора работ и организаторов за возможность насладиться прекрасной фотовыставкой. Хочу поблагодарить Арсена за то, что в его многогранном творчестве, я вас уверяю, эти 25 изображений, которые здесь, все они посвящены, как вы все обратили внимание, главной нашей гордости, вершине Эльбруса. Но, поверьте, это лишь малая часть, одна из граней его очень богатого, яркого творчества. Нелегко застать Эльбрус, не закрытого густыми облаками. Арсен Алабердов рассказал, что он мог на протяжении долгого времени ездить для того, чтобы получить нужный кадр. Как только видел Эльбрус, это было центром внимания, сразу же пытался его снять. А потом уже, когда начал замечать, что собирается коллекция, уже на какие-то точки я ездил уже специально, целенаправленно, чтобы его снять. Ну и как бы вы, наверное, тоже как местные жители знаете, что Эльбрус товарищ довольно капризный. То есть очень большая вероятность того, что вы выбрали точку, выбрали день, вроде и прогноз погоды посмотрели, приехали, опа, а он не показывается. То есть такого тоже очень много было. Увидеть фантастически красивые пейзажи глазами талантливого художника Арсена Алабердова стоит многого. Посмотреть выставку пришли школьники, учащиеся в школе креативных индустрий. Очень было интересно посмотреть все эти картины. Сам Эльбрус, он был сфотографирован в разных ракурсах, и это очень интересно понаблюдать. Однажды побывав в удивительной и волшебной стране его творчества, начинаешь смотреть на мир другими глазами. Выставка «Многоликий Эльбрус. 25 портретов исполина» продлится до конца октября. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия.